Правительство Приморского края выкупит действующий оздоровительный лагерь «Юнга», в котором будут отдыхать одаренные дети в рамках программы по повышению образования. Об этом стало известно на очередном заседании законодательного собрания. Министерство образования 675,2 миллиона рублей, из них 500 миллионов на приобретение детского оздоровительного лагеря «Юнга» в городе Владивостоке. И на комитетах, и на фракциях уже задавали вопрос, что это не просто оздоровительный лагерь. Здесь будут одаренные дети со всего края оздоравливаться. Это, в первую очередь, образовательная программа по повышению качества образования. Большая часть бюджета Приморского края пойдет Министерству жилищно-коммунального хозяйства края, а именно теплоснабжающим организациям, на компенсацию выпадающих доходов и за регулирование тарифов, а также организациям на приобретение топлива. Поскольку сейчас идет подготовка к зиме, мы 2,2 миллиарда рублей предлагаем представить жилищно-коммунальному хозяйству. Самое главное – это компенсация выпадающих доходов, которые в результате регулирования тарифов. И понятно, что эти средства пойдут на закупку топлива на предстоящий отопительный сезон. Кроме того, это субсидии организациям, связанным с обращением с твердыми коммунальными отходами, и модернизация систем жилищно-коммунального хозяйства. Это ремонты, которые мы продолжаем. Напомним, доходы бюджета Приморского края увеличились на 2 миллиарда рублей. Средства будут направлены министерствам здравоохранения, образования, сельского хозяйства, экономического развития, труда и социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.